будто мимо прошел и тебя не заметил, или просто тебе не ответил. Только не надо плакать, спрятав обиду свою. Не позволяй слезам из глаз твоих капать, а я на помощь к тебе приду. А что же делать? Надо стать очень-очень злой. А как стать такой? Нужно сначала брови нахмурить и зажмурить глаза, лапами топать, хвостиком хлопать, а улыбаться нельзя. Нужно очень громко рычать, нужно очень злобно ворчать. Когти грозно выставь вперед, чтобы видел народ, как я злюсь. А теперь лапы за спину, хвост трубой, дым столбом за тобой. Прочь с дороги, береги ноги. Очень камень большой. Оскалить нужно зубы. А если их вовсе нет? Лапами топай, хвостиком хлопай, чтобы видел народ, какой ты злой. Такой большой и злобный, такой ты грозный, и гнев кипит внутри тебя. Ты ушами хлопай и лапами топай, и громко кричи вот так. Скажи нет. Нет. Скажи рррр. Грррр. Скажи нет. Нет. Рррр. Рррр. И когда ты в гневе, так и оставайся, не отступай. А если злость ушла? Нет, ты должна оставаться очень страшной. Какой? Страшной. О, если не выйдет? Нет, надо быть очень-очень-очень злой и нагнать на всех тоску. Сделай глубокий вдох. Ну-ка, сделай вдох. Ах! А теперь выдох. Ух. Ну вот, готово. И кричи. Опять сэр сердится. И видишь?